Значит, вот мой совет, когда вы что-то утверждаете, ну, хорошим тоном считается, по крайней мере, у нас считается, ставить какой-то знак. То есть, допустим, есть гипотеза, вот есть некая мечта о гипотезе, есть метафора, есть факты, есть закономерность, есть прием. В данном случае это даже не мечта о гипотезе, то есть вот, это вот такое некая метафора, метафора и так далее, вот скажем, да. Соответственно, в любой книжке, посвященной психотипам и так далее, вот, либо в начале, либо в конце написано, что чистый психотип, эпилептоид, шизоид и так далее, вот, довольно редко встречается. Ну, довольно редко. То есть это какие-то проценты, если не доли процентов. Второй момент, соответственно, есть какие-то влияния. То есть, допустим, просто-напросто есть, допустим, шизоид, такой действительно есть, шизоидная акцентуация, а есть компенсированный шизоид. Ну, соответственно, это отдельное разыскание, можете посмотреть и так далее. Вот, то есть, соответственно, даже если человек есть психотип, все-таки социальная среда его как-то, вот как-то корректирует. Я почти что уверен, что человек может быть очень таким хамоватым эпилептоидом, но если напросто он приедет в министерство, то там дверь в министерство он не будет хлопать, он будет очень аккуратно закрывать. Ну, потому что министерство, и даже эпилептоид понимает, что вот за какое-то хамство он может получить по башке, как бы. Хотя он эпилептоид, да? Вот, соответственно, скажем, да? Соответственно, скажем, пункт третий, самый главный, который, как правило, люди не хотят слышать, пока они хотят слышать ровно до того момента, как пока не начинают делать собственную разработку. Тогда мгновенно они начинают это слышать. Значит, за последние полтора столетия у психологии и творчества, ну, особенно в 20 веке, не было ни одного крупного достижения. Ни одного. То есть какие-то такие полезные мелочи, может быть, и есть мелочи, какие-то наблюдения житейские такие. Но ни одного крупного достижения. Соответственно, скажем, это направление тупиковое. То есть делать его можно, то есть могу посоветовать. Для начала мне хочу вам предложить выучить 88 ходов Генриха Ивановича Альшулера, которые не придуманы по настроению, которые взяты из статистики выдающихся людей. Вот обратите внимание, какое количество контринстинктивных, практически все эти ходы контринстинктивные. Вот психотип – это некая вот такая очень плохая гипотеза, метафора скорее научная. То есть мой совет – не тратить время, даже этим не заниматься. То есть, да? А вот если вы не согласны, пожалуйста, ну, занимайтесь, это ваше право. То есть, желаю вам удачи в любом ситуации. Да?